Давай. Всем-всем-всем привет, дорогие друзья! С вами снова киберспортивные трансляции. С вами я, Дима Аллигатор, и мой коллега Антон 41. Сегодня нас ждет целых два матча. Первый матч будет проходить на карте Парма. Ну и что ж, привет, Антон. Всем привет. Что ж, Антон, у нас сейчас будет матч АК против Эпиков. Как ты думаешь, каковы шансы у АК против Эпиков? Доводилось играть против FallKind, шансы у них в принципе есть, посмотрим, что нам подготовили Эпики. Ну, конечно, можно пошутить то, что шансов у них нету, но, не знаю, посмотрим, игра все покажет. Ну что ж, на самом деле Парма карта большая, карта очень открытая, здесь будут решать кемперы, будут решать пострелы, командная игра. Есть уже делиты, и сейчас будут ждать командный дроп, и будет у нас первая атака. Так, давай посмотрим по сетапу. Три васпа в исполнении Окайнд я уже наблюдаю. Посмотрим, есть ли три васпа в ответ. А только ответ... два васпа там. Только два. Вот так вот, да. Том Реддл и Simple Player будут исполнять роли воспаводов. У Epic Guards есть уже занятие водокачек от обеих команд. Видимо, рандомные риски не самые приятные. Да, если раньше у нас не было делитов и можно было спокойно сразу же начинать атаку, то сейчас вот посмотрите, целых два танка со стороны АК находятся на вражеской качке, даже три уже, контролят они ДДшку, и это может быть очень даже опасно. Хотя, посмотри, лангбок был перевернут. Сразу два игрока. Сразу два игрока минуснулось, и... Вот и АК не очень аккуратно они сыграли, есть Аркелян, заходит он почти на пустой флаг, но Полявки его переиграл. Ну, ты знаешь, посмотри, сейчас есть шанс у Воза, вот если бы сейчас он, конечно, попадал и оставлял бы на одну этого Васпа, или тогда бы попадал, то шанс у Воза оставался бы, но теперь там есть целых ИСПА, не команда на их же флаге и без шансов. Тем временем, посмотри, ответное занятие водокачки со стороны Боги Фризер и Даблшот, правда, Даблшот с балкончика отыгрывает, ну а Боги Фризер на нитре прям по вражеским респам едет. На самом деле неплохо он отстреливается, правда, респ лонгбоу здесь все портит, плюс еще респ от Crazy Railgun, и Буги явно находится в удручающем же положении, Пулявки то ли не слышит, то ли не успевает развернуться, будет подхват от Том Реддла на нитре, скорее всего, сольет он Crazy Railgun, да, именно так, рельсу у него первое, будет он уходить, его встречает Ранзер, есть здесь еще битый Симпл, и Буги будет подниматься на флаг. Неплохая рельс могла быть от Реддла, если бы он попал. Ну посмотри, очень хороший фокус демонстрирует АК. Правда, сейчас вот, как только я это сказал, сразу же два промаха последовало, но... Ну ты знаешь, промахи-то вызваны были, скорее всего, тем, что Ранзер уперся в эту стенку, и игроки Лукань просто не ожидали, что Ранзер может так споткнуться, и его движение корпуса сильно так поменяется. Посмотри, сейчас вот игроки поднимаются по четвертому и третьему подъему, и неужели это будет возврат? Промах, конечно, Рафа мог стать очень и очень, скажем так, важным и в чем-то даже решающим. Но слили Пауляски, и вот продолжает есть Ранзер, битый Симпл, и того сливает. Есть только битый Раф, а на первом подъеме Лангбоу фуловый, и поднимается, он сливает Аркеляна. Что, будет возврат? Нет, не будет. У вас продолжается, Реддл битый, но Эпики уже на своих респах. А перехват я вижу только в три танка. Да, есть, конечно, прострел через полкарты, но это доставка, Симпл открывает счет 1-0. Ну что ж, есть уже первый флаг в исполнении Эпиков, они молодцы, все же дотянули сложнейший флаг, везли они его больше минуты, потому что при респауне действительно очень сложно вести на парме, когда есть фокус, когда есть вот эти вот контролирование дропа на центре, когда все внимание твоей команды отвлечено на флаг, ты не думаешь о дропе, и, кстати, посмотри, как сейчас обидно переворачивается манимейкер, и сквозная рельса от Симпла убивает сразу же двоих. Очень хороший фокус со стороны Эпиков. Стоит уточнить, что слил, то он все-таки один из минусов, но что ж, тем не менее. Продолжают у нас Эпики контролировать свой балкон, на этот раз Буги Фризер его занимает на ДДшке, и Залт Рулс, как нелепо, сначала переворачивается, затем тратит рельсу и еще не смел встать.
Тем временем, только посмотри, в дефе сейчас никого. Вот правда, вот так вот только что респится Ранзера, и сейчас вот обманывают он его на рельсу. И если бы, конечно, не вот это вот обидное переворачивание самого себя и вот этот промах, что-то он делает не то. То есть ты видел, он просто поехал по яме в одиночку, никто его даже не видел, не смотрел за ним. Он просто поехал по подъемчику, перевернулся на нем, потратил просто так секунд 20, и в итоге ничего не сделал, когда деф эпиков был просто пустым. Ну, насчет секунд 20 я ничего сказать не могу, все-таки здесь только 2 КД рельса, итого 10, но, тем не менее, время было потрачено, респ Ранзера уже произошел, и потом была ошибка, вместо того, чтобы стрелять по Ранзеру, пытался отработать по даблшоту из неудобного положения, что привело, в принципе, к ромаху. Пуляски сейчас будет пытаться увозить даблшот, успевает посадить рельсу в самый пиксель, будет по нему, скорее всего, работать without rules, именно так, не попадает он, а Добби отработает по Crazy Railgun вместе с Симплом, фокус неплохой, и Добби будет возвращать флаг. Ну, посмотри, сейчас вот очень сильно не повезло АК с респами, 4 респа было прямо на своем флаге, на своей таблетке, именно поэтому встретить флагоносца они никак не могли, все были слишком далеко. Да, конечно, респы сыграли свою роль, но, знаешь, эти 4 респа все-таки вызваны тем, что 4 игроков слили. Значит, они не смогли где-то удержаться, закрепиться, и закончилось их ХП на какой-то определенной части карты. Неплохое попадание от Rave Hope, но, правда, ценой минуса, и очень часто стали минусоваться игроки All Kind, как-то настораживает эта ситуация. Ну, мне кажется, сказывается небольшое волнение, может быть, недостаток какого-то опыта в таких боях, ведь этот бой очень важен, это первый бой в турнире Master of Swords, поэтому, как-никак, безумно крупный турнир, безумно важный бой, и ошибаться здесь очень-очень плохо. Да, я с тобой не могу поспорить, действительно, все это очень важно, и это на самом-то деле достаточно критично. Не могу сказать, что все вот так вот простенько, и на что-то можно из этого, скажем так, подзабить. Нет, серьезный соперник, серьезный турнир и очень тяжелая карта. Да, посмотри, сейчас вот Ранзер справляется как раз-таки с Ray of Hope, и он стоит на 2 рельсы на своем флаге, тем временем их флаг уходит по яме, уже также зеркально стоит на водокачке, и как думаешь, где они будут держать размен, поедут на свою водокачку или же останутся вот как раз-таки на правой? Ты знаешь, я бы, конечно, переехал на все-таки на свою водокачку. Держать на правой все-таки это слишком близко от чужого флагштока, да, то есть это, на мой взгляд, как-то неудобно. Хотя карта симметричная, любая водокачка очень близко, казалось бы, да, но все-таки домашняя водокачка, она как-то немножечко греет своими стенами, я не знаю, даже можно ли так говорить о водокачке, но тем не менее, как-то более комфортно держать на уже на своем флагштоке, нежели делать это на другой половине карты. Посмотри, какой сейчас заход был в исполнении АК, и это 1-1. То есть, посмотри, они показали характер, они показали, что да, мы минусуемся, да, мы совершаем ошибки, но проигрывать мы не собираемся, и именно поэтому мы сейчас видим 1-1. 3 минуты до конца этого раунда, и есть еще одна попытка увода, которая, увы, захлебнулась прямо в яме. Ну, я думаю, это не последняя попытка. Что-нибудь мы с тобой еще обязательно увидим. Просто сейчас так получилось. Ну да, посмотри, Васпик вновь на 2 улетает, просто его, по-моему, 2 рельсы там пыталось сопроводить, но ни одна не попала, и вот сейчас вот он будет выезжать из этой ямы, если у него получится это сделать весьма успешно, то, ну, правда, вот посмотри, опять уходит в полуминус, как-то любит у нас тут Васпики АК немножко полежать. Ну, Without Rules в очередной раз, он оказывается на боку, но я думаю, не помешательно продолжить увоз, что он, в принципе, и делает, не попадали по нему игроки, но сейчас пролетел прострел, одна из рельс оказалась лишней, главное, чтобы это не сказалось, Crazy Layer Gun. Отличный прострел, он и дал ДДшному Симплу, так еще и слил танк, и вот будки сейчас сливают, но здесь и Ранзер, и Симпл на ДДшках. Так, Рулс сливает Симпла, но остается еще ДДшный Ранзер. На него слишком много танков, не знаю, да нет, сливает его. Ну посмотри, он не справляется просто. У эпиков серьезные проблемы, это 2-1. Ну посмотри,
по сути, из ничего сделался этот флаг. В какой-то момент просто не было ни одной рельсы по фагоносцу, потом прилетело сразу две, когда потребовалась лишь одна, потом две ДДшки были не реализованы совсем. То есть Simple Player и еще кто-то, по-моему, это был Ранзер или... или Том Редова, не уверен сейчас, они оба были на ДДшках, и как раз-таки они не смогли вообще реализовать их. То есть они не дали рельсу по фагоносцу, они, по-моему, даже не дали рельсу тем, кто ехал рядом. То есть они просто-напросто дали им вот так вот довести флажочек, и все. Тем временем, посмотри, ответный увоз от Том Редова, он, правда, на одну, но в яме, и рельс пока что по нему не пролетит. Респы дальний на дальней водокачке, он уже приезжает на свою водокачку и будет вести по респам. Ты знаешь, вопрос сейчас решается, скорее всего, о том, что будет ли ничья в раунде, но судя по тому, как эпики пытаются отстреливаться с чужой, скажем так, стороны, вот только сейчас боги Фризера и Аракелян возвращаются, понимают они эту необходимость, но Тредл уже на одну, ну что ж, ну здесь есть встреча все-таки какая-никакая, скорее всего, флаг... Да, похоже это на 2-2. Да, похоже это на 2-2, потому что хорошие респы, но есть при этом фокус атака, и подожди, неужели это не будет 2-2? Остается всего лишь 19 секунд. Как мы заявляемся про 2-2, а что-то 2-2 так как-то не срастается. Ой-ой-ой-ой. Подожди. Нет, Рандер считает иначе. Лангбоуф тоже считает иначе, поэтому уезжает с флагом, флаг 2-1. Возвращается. Да. Ты знаешь, на данный момент я могу твердо сказать, зная парму, что эпики отдали раунд. Ну да, на самом деле они выигрывали и просто-напросто АК показали характер, АК показали, что могут играть спокойно против эпиков, сделали небольшой такой камбэк в два ага, и на этом все закончилось. Странно, на самом деле, то, что эпики так растерялись на доставке, я ожидал чего-то более уверенного на доставке, думал, что будет 2-2, но закончилось все так, как закончилось, 2-1, и это у нас выходит вперед, наверное, стоит нам поговорить о том, какие команды есть в этой подгруппе. Напоминаю, что у нас 4 подгруппы по 4 команды. 2 из них вы уже видите на своих экранах. Это Epic Guards и All Kind. А также в этой подгруппе играют команды Invincible и Hardshow. Hardshow. Не хочу я обижать Hardshow, но кажется, Invincible сегодня заработают 3 очка в формате Forever Eta. Немного не тот состав, на мой взгляд, у Hardshow, чтобы играть такие форматы, как Light или Forever Eta. Ты как думаешь? Ну, я не очень хорошо знаком с этой командой. Сейчас, правда, какую-то странную рельсу даблшот выдал по Пауле Аске. Ну, все равно, конечно, будет делит, но, не знаю, видимо, знаешь, бывает, что, наверное, у тебя бывало, у меня уж точно, когда перед раундом ты хочешь пострелять по своим тиммейтам и случайно попадаешь во вражеский танк. Очень печально получается. Ну что ж, смотри, по-моему, ничего не хотят менять эпики, понимают они, что игру они могут диктовать под свою, что им, по идее, вообще ничего не мешает. Но надо немножечко, наверное, задуматься о фокусе, задуматься о контроле дропа, ведь если с чем-то из этого есть проблема, то как раз-таки это и является причиной проигрыша. Ну что ж, был делит, начало раунда, 10 минут, поехали. Ну что ж, есть у нас сразу же респы хорошие у эпиков, сразу же они будут атаковать по правой стороне, боги занимают сразу же книжку, начинает падать потихонечку дроп, а вот как раз таки респы АК находятся прямо вот втроем зареспались на своем флаге, что как раз таки подразумевает, что сейчас они будут немножко дефить. Правда, вот сразу же Аракелян и Боги Фризер сливают двоих, после их сливают в ответ, и пока что, на самом деле, все команды ждут дроп, все хотят залететь как-то на дропе, показать, что с дропом они смогут увести, и как раз-таки этого мы сейчас и будем ждать. Что ж, Simple отхватывает одну рельсу, будет сейчас он пытаться дефать правую качку, ему помогает Боги Фризер, и если у них это сейчас выйдет, то, возможно, будет первая атака, потому что как раз-таки даблшот занял левую водокачку и вовсе не дает там стреляться ДДшнику, которого он как раз-таки сейчас и сливает. То есть он законтролировал нетру, он контролирует респы именно на левой водокачке, сразу же контролирует дальний дроп у АК, там Without Rules собрал двойные на ВАСПике своем и сразу же получил рельсу от него.
Но пока что на самом деле не происходит ничего очень опасного на карте. Ранзер по центру катается с ДД Нитрой. Если сейчас он Рейв Хоуп сливает, то будет что-то, наверное, опасное наклевываться. Ведь будет атака, правда, сейчас Simple Player переворачивается, сразу две рельсы ему прилетают в бок. И да, вот Роуз пытается на своих двойных, правда, уже на одну рельсу лететь по вражеским респам, показывать класс, но Ракелян этого делал и как раз-таки его сливает в легкую. Что ж, пока что и те команды занимают вражеские водокачки, то есть поменялись они как будто водокачками, чувствуют они себя как дома. И сейчас всего лишь придется им немножко покемперить, наверное, секунд 10-20 покемперить, подождать дропа, подождать действия тиммейтов, подождать какие-то респы хорошие и после этого уже делать атаку. Вот как раз-таки Simple Player, правда, уже на одну залетает на вражеский флаг, нету почти по нему фокуса. Если он сейчас будет забирать флаг, то, возможно, Баг Фризер, даблшот и Аракелян с балкончика и левой качки помогут ему, и если Крейзи Рейлгана снимут со своей водокачки сейчас эпики, то это возможен и увоз. Правда, сейчас вот Том Реддл разбирается немножечко на вражеских респах с Крейзи Рейлганом, с Without Rules, и все же возвращают АК сейчас флаг, и Ранзер будет пробовать вновь атаковать. Тем временем Рейв Хоуп забирает вражеский флаг, будет пытаться уходить. Даблшот ему полностью мешает, правда, Васпик сейчас будет вновь пытаться, но, видимо, Том Реддл не хочет, чтобы тот ушел, и все в порядке. Сейчас он, кстати, выдает очень интересную такую рельсу, пытался, наверное, хотел выдать рельсу по флагу, а за флагом стоял второй тиммейт и, собственно, попал прямо по нему. Что ж, Monkey Maker заходит по вражеским респам на нитре, сразу же его сливает Боги Фризер, потому что есть хорошие респы, есть хороший фокус. На самом деле, хорошую командную игру демонстрирует и та, и другая команда. Уже 3 минуты катаются они по карте, контролируют дроп, но при этом и те демонстрируют хороший фокус, и тем самым не давая ничего делать на этом дропе. Поэтому до сих пор мы видим с вами счет 0-0. Правда, вот сейчас вот заходит Рейв Хоуп на нитре, есть снизу на балкончике ДДшный Васпик и ДАшный Васп сверху. Если сейчас уйдет и его встретит этот Васпик, то получится очень опасно. Что ж, Monkey Maker будет сейчас, наверное, забирать флажочек. Правда, вот респится Аракелян, Симпл, даблшот и всего лишь еще одна рельса, и Фагоносис будет слит. Что ж, Without Rules тем временем уходит прямо по своим респам, есть встреча его тиммейтов, вот правда, прямо сейчас вот респится там Monkey Maker, и если сейчас, прошу прощения, Money Maker, и если сейчас вот не этот фокус, конечно, от эпиков, очень хороший фокус демонстрируется, из ниоткуда буквально пролетело 4 рельса по фагоносам, и неужели, да, действительно нету рельс, чтобы помешать возврату, и Ранзер спокойно возвращает этот флаг. Тем временем Том Реддл творит какие-то чудеса на вражеских респах, раздает рельсы налево и направо, и вот только сейчас его сливает в спину. И посмотрите, мы вновь не видим никакого контроля водокачек, и вновь особо дроп не влияет. То есть есть небольшие попытки увоза, правда, вот Атакей был очень-очень хороший увоз, были они уже у самого флага, но, увы, Ранзер там сумел вернуть хороший фокус от эпиков, не дал доставить им флаг, и что ж, 5 минут до конца, счет 0-0. Ну, кстати, вернулся, я решил все свои технические проблемы, с вами снова два комментатора, спасибо за то, что вы никуда не уходили, как уже сказал Дима, у нас 0-0, в течение 5 минут, вероятно, выбрали более аккуратную тактику на этот раунд команды. Ну, ты знаешь, просто эпики боятся проигрывать этот раунд, они понимают, что этот раунд действительно сейчас важен, а АК понимает, что у них раунд впереди, но при этом не хочется им, чтобы счет сравнялся, поэтому и те играют довольно-таки сейвово, и АК, в принципе, понимает, что у них раунд впереди, и это им действительно дает шанс на то, чтобы играть именно сейвово. Но тем временем, посмотри, есть у нас обоюдный увоз флагов. Том Реддл уже почти на водокачке. Money Maker уже на своей водокачке стоит. Вот, правда, двойные сейчас лежат у АК. Вот как раз-таки Боги Фризер забирает эту ДАшечку, остается на одну. Вряд ли это будет возвратом, хотя, ну да, вот разбирается с ним Васпик, и сейчас вот будет, возможно, что-то опасное. Потому что, посмотри, Рейв Хоуп едет уже на возврат, есть рез по Ракеляна, и посмотрим, что же выйдет. Вот так вот Ракеляна двумя рельсами сливают, Рейв Хоуп плюс Лангбов прострелил со своего флагштока, и Ракелян отправился на рез.
Ну, тем временем, посмотри, есть Том Реддл и даблшот с правой стороны на водокачке, флагоносит уже на одну, есть, на самом деле, очень хороший фокус по красному флагоносу. Том Реддл, посмотри, так втихаря едет сзади, ой-ой-ой, вот если бы он сейчас попадал, то это был бы возврат. И то, что сейчас ему сбили рельсу, это как раз-таки и повлияло. То есть он, если ты видел, до последнего не выпускал рельсу, он пытался втихаря, вы знаешь, объехать сзади и просто тихонечко вернуть флажочек, но из-за того, что он выстрелил в самый последний момент, а ему просто-напросто сбили рельсу, 1-0, АК впереди, и АК действительно молодцы. Ты знаешь, очень удачно они отыгрывают, лонгбоу сейчас выдают двойную рельсу, сливает он сквозной Добби и Буги Фриттера, тем самым очищает деф, и теперь эпики находятся в очень критичном положении, да, то есть им не просто нужно сейчас отыгрываться, им это крайне необходимо, потому что у них есть всего лишь 3 минуты до конца раунда, а счет далеко не в их пользу. Я думаю, мало кто ожидал чего-то подобного. Ну что ж, турнир Master of Swords приносит нам, скажем так, первые сенсации. Ну, насчет сенсации еще, наверное, возможно, и рано говорить, но все же как-никак, если кто-то с нами сидит с самого начала трансляции, то я спрашивал у тебя, как ты думаешь, каковы у АК шансов против эпиков? И посмотри-ка, АК отвечают на мой вопрос, они показывают, что да, мы можем выигрывать. Правда, видели мы в прошлом раунде камбэк от АК, то есть, возможно, сейчас то же самое покажут и эпики, потому что эпики в прошлом раунде также выигрывали 1-0, но в итоге 2-1 проиграли. Возможно, они смогут увести хотя бы один флажочек. Ты знаешь, какие-то проблемы начинаются в команде O'Kind и у игрока Ray of Hope. Кажется, у него явные проблемы. Ну, сейчас вроде все стабилизировалось, но были некоторое время в меньшинстве. O'Kind был очень тревожный звонок, скажем так, и вот Буги Фриттер описывает о том, что Ray лагает. Ну, ты знаешь, это было такое, ну, он постоял на месте, покрутился и просто резко, так сказать, немножко телепортировался к своему флагу. Это или же она вот каким-то серьезным лагом, это ни на что не повлияло, флаг это не помогло вернуть, рельсу по нему даже не выдавали, поэтому, по сути, все в порядке и особо ничего критичного нет. То есть, если, конечно, такое повторится и как минимум не раз, то да, можно будет подумать о его замене, но пока что, я думаю, ты со мной согласишься, что это не очень критично. Прекрасно простреливает транзор, в самый пиксель он посадил рельсу по манимейкеру, лишние рельсы полетели, ранзер на дашке, займ минуту 10 до конца, это очень серьезно. Ранзер отстреливается, Ray of Hope дает ему одну рельсу. А тем временем посмотри, АК уже уходит с флагом и как раз таки собирает там аптечку Хорнет, и он в яме с флагом на две рельсы, и посмотри, какой глый васпик прямо по респам эпиков, и сейчас он может ведь вернуть, посмотри, и это возврат, Crazy Railgun возвращает флаг, есть только Боги Фризер рядом с флагоносцем, но ему сбивает Without Rules, и неужели сейчас они по сотке Добби просто-напросто уйдут? Добби будет мешать, пытаться хотя бы помешать увозу, но Without Rules переигрывает его. На самом деле такая шедевральная рельса сейчас была в исполнении Without Rules. Он так попал между стеночкой и этим плакатом. Очень-очень метко, очень точно и вообще довольно-таки профессионально. Но тем временем, посмотри, 20 секунд до конца. И что ж, получается, АК уже будут выигрывать 2-0. За 15 секунд на парни флаги не увозятся. Ты знаешь, у нас есть как минимум уже ничья у АК Эпики, да, то есть если Эпики выигрывают следующие два раунда, то мы будем наблюдать ничью в данном матче, но судя по тому, как АК уверенно отыгрывают раунды, ничьей здесь, скорее всего, и не пахнет для этой Гвардс. Ну что, слушай, ну, по-моему, это уже сенсация все-таки. Ничья с Эпиками, это, скажем так, не так уж и просто. Ну, ты знаешь, мне кажется, что даже если АК шли, к примеру, на этот матч с установкой, что давайте хотя бы попробуем сделать ничью, то уже их установки переросли, что давайте-ка мы их выиграем, потому что они нам дают это делать. И ведь действительно они дают. И ведь это действительно удивительно, почему сейчас эпики дают столько творить АК на карте. Они им дают полностью контролировать дроп. Ну, даже если не полностью, то они им дают контролировать дроп. Они им дают фокусить себя. Да, они выдают какие-то точные классные рельсы. Но
Они, по-моему, не выигрывали разменов. То есть на разменах они играют довольно-таки плохо. Фокуса вот действительно именно на разменах тоже особого нет. И занятия водокачек есть в самом начале и где-то там, знаешь, на средних таймингах, то есть на пятой и на шестой минуте. То есть занятия вдвоем-втроем именно вражеской водокачки происходит дважды-трижды у эпиков за раунд. А вот тем временем у АК это происходит постоянно. Постоянно хотя бы один игрок находится на вражеской водокачке. И вот это да. Вот... Водокачку они отжимают, очень уверенно все это проходит, не могу я с тобой вообще не согласиться. Как-то слишком уверенно даже, я бы сказал, играют АК, возможно, с ними когда-то это и сыграют злую шутку, но не сейчас. Сейчас парни на высоте, превосходно они отыгрывают, и ты знаешь, на мой взгляд, это такая заявочка на то, что АК собираются выйти из этой подгруппы, то что... Не намерены они уступать эпикам и Invincible места. Намерены они выходить из-под группы сами. Ну что ж, увидим мы это сейчас, прямо на этом раунде, и, возможно, именно сейчас все и решится. Да, для тех, кто пришел, напоминаем, что 2-0 ведут по раундам All Kinds, играется третий раунд. И для All Kinds достаточно сыграть данный раунд в ничью, и все закончится. Вот сейчас почему-то 7 игроков All Kinds на карте. Ага, вот все это написали они, да, заметно, кого заходит в Пакистане, Рейвхоп лагает, и происходит замена. Ну что ж, посмотри, тем временем Ранзер выдвигается уже на вражескую водокачку, а им, разумеется, все равно на все эти замены, они ведут свою игру, и посмотри, он уже занял вражескую водокачку. Правда, вот сейчас очень опасная ситуация у них на флаге, и если он сейчас развернет рельсу на флаг, то очень сильно поможет своим тиммейтам. Упали двойные сейчас у них, и если сейчас вот этот Хорнет Лангбоу заберет их, то будет очень обидно, как раз таки это он и делает. Да, забрал он, правда, у него лоу хп, и Ранзер спрыгнул вниз. Ранзер не сможет контролировать данную ситуацию, но повезло, что есть Боги Фрейзер с удачным респом. Ну, посмотри, он сейчас очень пожадничал, я имею в виду лангбоув, то есть он хотел эту аптеку, он видел эту аптеку и понимал, что сейчас я возьму эту аптеку, это будет лосс. Мне кажется, ему нужно было сыграть несколько сейвове, обмануть на рельсу, и тогда бы уже вышло бы немножко лучше, но... Как-никак, все равно, кто мы такие, чтобы его осуждать, ведь они выигрывают 2-0 по раундам, поэтому пускай играют свою игру. Ну, пока что таковая игра получалась, и все проходило более чем успешно, поэтому осуждать нам действительно All-Kind не за что. Все время посмотри, был сейчас довольно-таки опасный заход от Аркеляна и Боги Фризер, но сразу же респы АК все разрулили, все сделали эти ребята и показали, что да, окей, можете потрогать наш флажочек, но не уйти с ним. Хорошая рельса от Пакистана, выдает он сквозную по Аркеляну и Simple Player. Есть Ранзер на одну рельсу в яме, и Пакистан и с ним тоже расправляется. Сейчас, посмотри, целых трех игроков он убивает, и тем самым сводит опасность в своем дефе на нет. Поэтому все прекрасно сейчас у АК в дефе, могут они атаковать, могут выдавать рельсы деферы вперед, в атаку, по вражескому флагу, и именно поэтому пока что, наверное, АК и выигрывают. Пора начинать эпикам уже что-либо менять, если они хотят увидеть четвертый раунд. Но что-то мне подсказывает, что четвертый раунд эпикам не увидеть. Ты знаешь, мне кажется, что ключевой ошибкой является то, что они как-то атакуют. Не то чтобы не сложно, просто один атакер не ждет второго. То есть это довольно-таки странно. Я думаю, ты со мной согласишься, что атакер должен действовать согласованно. К сожалению, разрозненные, а вот АК действует достаточно как-то не поодиночке, а вот именно такими хотя бы парами, да, то есть сейчас Манимейкер, казалось бы, был на одну против Дефера, да, то есть против Добби, и казалось бы, что может произойти, да, Добби целый, Манимейкер битый, вроде бы ситуация понятная, сейчас Добби должен слить Манимейкера, и все должно быть нормально. Но нет, подключается третий игрок, это союзник Манимейкера, и он делает все очень просто. Он дает рельсу даблшоту, и они вместе сливают Добби. И у вас начинается. Вот в результате чего мы можем наблюдать
как бы уже сначала размен, а сейчас уже вовсе не размен, а просто довоз флага в исполнении. Ты, кстати, посмотри, что творит вот этот манимейкер. Он довез этот флаг с начала до конца. Он вез его медленно, уверенно. Да. То есть он его взял, он подобрал нитру, он был на одну рельсу, он дождался аптечки. Собрал эту аптечку, выдал рельсу по флагоносцу, выдал рельсу по преследующему себя васпу, выдал рельсу по человечку, который поднимался на четвертом подъеме, и сумел довести флаг прямо до флагштока и сделал счет 1-0. То есть, да, разумеется, нельзя сказать, что он один сделал этот флаг, но он сделал очень многое, чтобы этот флаг доставился. Да, действительно, ты знаешь, очень неплохо. Он подождал аптечку на одном из флангов. Эта аптечка ему помогла очень сильно, продолжил он жить, а потом и вовсе за счет нитры на васпике очень быстро продвинулся. Были заняты совершенно другими эпигвардс, никто не смог отстреляться по флагоносцу. И как итог 1-0, и не просто тревожный звонок, я не знаю, кто-то уже названивает на все звонки, на которые можно, эпигвардс, и предупреждает их о том, что окститесь, через 5 минут вы проиграете. Потеряете очки, и будут серьезные проблемы. Ну что ж, а получается, ну, смотри, сколько нужно выиграть командам боев, так называемых, чтобы выйти дальше? Смотри, мы будем играть в каждой подгруппе, то есть каждая команда отыграет по 6 матчей. То есть у них есть 3 противника, и с каждой командой по 2 раза будет отыграно. Ты знаешь, ну, сколько минимально нужно выиграть, я даже тебе не скажу. Ну, знаешь, будет, во всяком случае, будет еще одна встреча, тем временем 2-0, кажется, сейчас будет в исполнении Allkind. Ну, вот сейчас вот большую ошибку совершает Паули Аски, он поехал зачем-то в другую сторону и тем самым дал вернуть свой флаг. Очень странно. Ну что ж, тем временем, посмотри, Ранзер увозит флажочек, его встречает Симпл, но тем временем, смотри, есть респ Крейзи Рейвгана, и, видимо, он не согласен с тем, что Симпл сейчас будет увозить флажочек. Наверняка, видишь, он до конца едет, никакие обманки не срабатывают. И вновь атака эпиков превращается просто в ноль. То есть они просто-напросто показывают, что эпики, ребята, простите, не сегодня, мы хорошо стоим в дефе, мы хорошо атакуем, и ошибайтесь, ошибайтесь и ошибайтесь. Знаешь, я не могу сказать, что сейчас происходит какое-то доминирование какой-то из команд на карте. Просто действия это действительно неплохие. То есть я вижу, как порой игроки в одиночку, игроки эпиков, я имею в виду, могут переигрывать одного, а то и двух игроков в Allkind. Да, мы видели кучу переворотов от Allkind. Но дело в том, что все это сделано, достигнуто единоличными действиями. То есть, да, состав, Simple Player, Tom Riddle, да, Rakelian, да, DoubleShot, да, Ranzer, все это превосходно, но в сумме это не дает какого-то механизма, который может безошибочно отыгрывать. Ну, ты знаешь, просто все здорово, когда ты можешь обыграть кого-то в микродуэли, но ведь все не здорово, когда ты проигрываешь 2-0 по раундам и 1-0 на третьем раунде. Поэтому, посмотри, да, Пакистан просто заезжает, и нет рельса по нему. То есть он просто-напросто возвращает. Просто парень приехал, поднялся, вернул флаг, на этом все закончилось. Ранзер уходит прямо на него, сейчас, скорее всего, будет сливаться. Но нет, посмотри, наконец-то все же его отфокусил Боги Фризер. И посмотрим, может быть, Ранзер хотя бы этот флажочек довезет. Тогда, ну посмотри, получается, сейчас нужно увозить эпиком целых 2 флага. И это для того, чтобы хотя бы вывести на ничью. То есть вывести даже на 4-й раунд хотя бы. Погоди. Ну, слушай, похоже, уже нужно будет 3 флага. Потому что лангбов не собирается давать никаких шансов эпикам. Есть тут сейчас ставка на Simple Player на ДДшке. Будет он, скорее всего, отрабатывать. Да, эта ставка срабатывает. Флаг возвращен. Лобби есть. Ну, 2 минуты, 10 секунд на 2 флага в исполнении эпигуардс. Нет, ну разумеется, это реально. Разумеется, это реально и более чем, но нужно чуть больше фокуса и чуть больше, наверное, атак. Сейчас нужно все силы бросить в атаку. Правда, смотри, вот этого Ранзера сейчас будут в 3 дула его контролируют, но посмотри, двоих уже сливает, он до сих пор живет. Пакистан заходит на флаг, его тоже сливает. Да, вот Рул сейчас вновь промахивается, и посмотри, неужели это будет 1-1? Возможно, эпики? Ну, уже невозможно, да? Ай-яй-яй, по уляске будет первым успевать нам флаг, да?
Ну нет, Рав, конечно, подъехал. Ой-ой-ой, ну что ж, ты знаешь, что-то мне подсказывает, что мы можем начинать писать поздравления АК с их первой победой. Ну а Эпики... Это не просто победа. Парни переигрывают Epic Words. На минутку напомню, кто здесь играет. Аракелян. Сколько раз он выигрывал крупные турниры в танках? Я не знаю, 4, 5 раз, 6? Я даже боюсь представить эту цифру. То есть они, можно сказать, врываются, скажем так, в баталии нынешнего киберспорта. И ну хотя посмотри, кстати, даблшот. Кажется, не хочет с тобой соглашаться. Похоже на 1-1, есть 1-1, Ранзер есть на флаге. 45 секунд. Ну, ты знаешь, в теории это реально. Но если бы сейчас Ракелян спрыгивал, Богофридзер подбирал... Ну, не знаю. Ну, мне кажется, что АК не отпустят. Все же, за 30 секунд они просто не отпустят. Они сейчас телом, корпусом, как угодно, они будут держать до последнего. Они просто, вот смотри, Without Rules на своем бедном Васпике просто встал на этот флагшток и говорит, нет, ребят, не сегодня. Ну и 20 секунд до окончания раунда. Я думаю, что теперь мы точно можем поздравить АК с их первой победой, ну а Эпики, что ж, я думаю, что они задумаются всерьез о том, чтобы или получше относиться к пукарт, или, возможно, к тренировкам, или к чему-то еще. Что ж, АК действительно показали себя очень с хорошей стороны, действительно, ребята очень профессионально отыграли, ну а у нас сейчас, получается, с тобой будет второй бой. Да, у нас скоро будет, значит, второй бой. Начнется второй бой где-то через 15 минут. Дорогие друзья, мы вас будем там вас ожидать. Я вот не знаю, будем ли мы сегодня делать небольшой перерыв. Наверное, да, сделаем. Ребят, подождите нас несколько минут, и мы к вам вернемся. А пока что можете поделиться сенсацией, которую вы увидели в прямом эфире. Эпики проиграли Allkind на парме со счетом 2-0. Такое, знаете ли, не каждый день происходит. Да, друзья, кстати, не забывайте подписываться на наши социальные сети ВКонтакте и подписываться на наш Twitch-канал, потому что теперь вас будет ждать очень много трансляций с турнира Master of Swords. Много, возможно, вы увидите сенсации из этого турнира, возможно, мы все увидим все эти сенсации, возможно, будут обычные чемпионы, ну, а это мы узнаем чуть позже, а сейчас мы уходим на короткую паузу, далеко не расходитесь, через 15 минут вернемся.
I can't stop thinking of you.
И мы снова с вами, дорогие друзья. Да-да, перерыв окончен, мы к вам вернулись. Поменялась у нас карта, поменялись соперники, но неизменным осталось одно. Битву вам показывает оператор Дим55. С вами Антон41, это я, и мой коллега Дмитрий Аллигатор. Да, друзья, мы снова с вами. У нас с вами мосты, у нас СВ против дельфинов, довольно-таки, как по мне, равные команды, и я лично жду равное противостояние и очень захватывающий бой. Ну, насчет захватывающего боя я не гарантирую, это все-таки мосты, хотя, кто его знает, что нам сегодня покажут команды. Ты знаешь, возможно, сейчас я буду немного предвзято комментировать. Довелось мне состоять в дельфинах и не просто состоять, а являться капитаном данной команды. И довелось с этой командой в свое время выиграть, вернее, занять второе место в сезоне про серии, а потом и вовсе выйти в старт. Было мне очень приятно вспомнить о данной команде. Состав не то чтобы чуть-чуть изменился, а составу остался лишь один Толян 07. Вот так вот. Посмотрим, как сильно изменилась игра дельфинов с тех пор.